Уже традиционно прием граждан нотариусом проходит в Брестской центральной городской библиотеке. Желающих поговорить со специалистом достаточно, и все они предварительно записались на прием. Почему брещане охотно идут на такие приемы? Нотариусы гарантируют непредвзятость, объективность и юридическую правильность оформления документов, а также предоставляют информацию о возможных последствиях и рисках в решении вашего вопроса и рекомендуют наиболее оптимальные варианты действий. Нотариусы республики на постоянной основе осуществляют акции, связанные с бесплатным консультированием граждан. Акции приурочены к государственным праздникам или знаменательным для страны датам. Данная акция приурочена к Дню народного единства. 15 сентября 2023 года нотариусами нотариальных контор и нотариальных бюро республики будут проводиться акции бесплатного консультирования граждан. Прием граждан будет осуществляться согласно графикам приема нотариальных контор и нотариальных бюро. При проведении подобных акций граждане чаще всего обращаются по разнообразным вопросам, касающимся нотариальной деятельности. Но больше всего их волнуют, конечно, вопросы оформления завещаний, удостоверения договоров отчуждения принадлежащего им имущества, в частности, удостоверения договоров купли-продажи, дарения, оформления доверенности, удостоверения согласий. То есть спектр, по которым граждане к нам обращаются, спектр вопросов, он достаточно разнообразен и широк. Брещане обращаются с разными вопросами. Оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и предоставление электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обеспечение письменных доказательств и обязательно получают развернутый компетентный ответ. Обратилась по личному вопросу для решения своего вопроса, который меня интересует. Наблюдая раньше за работой нотариусов, я убедилась, что они решают вопросы, и приходящие на консультации решали все свои вопросы. Поэтому и я решила обратиться сюда для уточнения интересующих меня вопросов. Надеюсь, что все вопросы будут решены и разъяснены. Это очень хорошая практика, она полезна, информативна, и тем более, что находится в центре Бреста, удобный доступ, и информацию предоставляют полную, куда можно обратиться далее. Следующий прием граждан пройдет завтра, 15 сентября. В течение рабочего дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Полный список нотариальных контор и бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.